Православные верующие сегодня празднуют Крещение Господне, один из великих праздников, установленный в память о крещении Иисуса Христа в реке Иордан. До наших дней сохранилась традиция окунаться в крещение в прорубь. Считается, что во время обряда в воде, являющейся источником новой жизни, человек умирает для греха и воскресает для Бога. Крещенские традиции трепетно чтут жители села Хореш Яловенского района. Сегодня утром православные христиане отправились в храм на литургию, где освящалась вода. А после этого к местному озеру, где прошли традиционные крещенские купания. Освященная в крещение вода для нас, православных христиан, это большой божественный дар. То же самое, что благодатный огонь на Пасху. Мы пьем эту воду в течение 8 дней, чтобы она осветила наши раны и души, а потом едим просфору. Мы очень счастливы в этот праздник, потому что Господь помогает нам очиститься от грехов, которые мы, к сожалению, совершаем. Мы освящаем дом. Святая вода помогает, когда мы болеем. Мы берем святую воду и даем ее всем, кто не смог сюда прийти. Жители села Хореш Яловенского района соблюдают крещенские традиции. Сегодня, после посещения праздничной службы, православные отправились к местному озеру. После того, как священник осветил водоем, люди стали окунаться в воду, как это делал Иисус Христос, когда крестился в реке Иордан. Как чувствуете себя? Очень хорошо. Делаете это каждый год? Да. Как все прошло? Как вы себя ощущаете? Все хорошо? В первый раз купались? Нет, не в первый. Я уже делал это в прошлые годы. Но были и те, кто в этом году впервые решился окунуться в освященную воду. Например, эта женщина. Нам первым удалось узнать о ее впечатлениях от крещенских купаний. Для первого раза это был очень хороший опыт. Было очень здорово. Будете купаться снова? Конечно, главное здоровье. После завершения службы и крещенских купаний люди, взяв с собой святую воду, отправились по домам, чтобы осветить жилье и отметить святой праздник в кругу семьи.